80 пунктов сбора электрического и электронного оборудования будет открыто в столице в рамках проекта «Чистый город» с переработанными электроотходами. Проект направлен на уменьшение загрязнения окружающей среды с помощью отдельной переработки таких отходов, в том числе использованных батареек. Так, все отобранные для участия в проекте учреждения получат специальную передвижную емкость для сбора. Инициатива проекта принадлежит Ассоциации по освоению отходов. Он внедряется в партнерстве с Минсельхозом, Ассоциацией «Молдрек», Приморье, Муниципией Кишинев, программой малых грантов и ПРООН. Продажи бытовой электроники растут во всем мире, и как следствие растет и количество электронного мусора. Так, к примеру, среднестатистический абонент мобильной связи меняет свой телефон раз в 18 месяцев. При этом, как правило, старая модель, если не перепродается, то отправляется в мусорное ведро. По оценкам программы ООН по окружающей среде, количество электронного мусора уже сейчас достигает 20-50 миллионов тонн в год. Тяжелые металлы и электролиты из непереработанных отходов попадают в почву и водозаборники и ухудшают качество питьевой воды.